не человек, а гражданин официант. Простите, мой друг. Так просто хотел старорежимному пошутить. В другой раз надо осмотреть. Я-то отходчивый, а иной сразу за фалды и в милицию. Чего изволите? Значит, все-таки изволите. Водки, стакан пива, кусок мяса. Мясо с лучком будем делать? С лучком. Прожарить или с кровушкой? С кровушкой. А с закусочек? Сообразно. Сделаем. И байку серого мечтаю поменять за эти 8 лет. Немало горя было, и ни один нам не волосик полинял. За эти 8 лет немало горя было. Издалека? Издалека. Как там? Ваше первое место. Тоже полегчало? Послушайте, я устал, хотел бы немного отдохнуть. Да устал, нечего делать в питейных заведениях. Дома надо лежать. Когда фонарики качаются ночные, когда на улицу опасно выходить, а я слюной. С чего вам уставать, сударь? Тот, кто молотом машет в кузне, тот к печке тащится, чтобы поспать. А вы сейчас, простите меня, не о постели думаете, а о бабе в одной. Польский дипломат, герой скандального видеоролика, размещенного в интернете, отозван из Минска. После банкета в столичном ресторане он рискует потерять работу, пишет газета «Выборча». Вот эти скандальные кадры. 13 декабря Витольд Мисяк ужинал с дипломатами разных стран в ресторане. На записи видно, что около 23 часов он встает из-за стола, при этом сильно шатается и падает. Фильм снабжен комментариями. Сообщается, что пьяный сотрудник посольства подрался, потерял служебные документы и сотовый телефон для секретных переговоров. Мисяк отвечал за безопасность польского посольства в Минске. По данным газеты «Выборчи», ему грозит увольнение с дипломатической службы за дискредитацию позитивного образа Республики Польша. После скандального ролика в интернете на сайте польской газеты появилась информация о якобы имевшей место попытке белорусских спецслужб дискредитировать сотрудника посольства Польши. Однако Комитет государственной безопасности Беларуси не имеет отношения к приключениям пьяного польского дипломата в Минске, сообщили в КГБ. Когда фонарики качаются ночные, когда на улице опасно выходить, а я в пивной, я никого не жду, я никого не жду. Человек. Я вам не человек, а гражданин официант. Простите, мой друг. Так просто хотел старорежимному пошутить. В другой раз надо осмотреть. Я-то отходчивый, а иной сразу за фалды и в милицию. Чего изволите? Значит, все-таки изволите. Водки, стакан пива, кусок мяса. Мясо с лучком будем делать? С лучком. Прожарить или с кровушкой? С кровушкой. А с закусочек? Сообразно. Сделаем. И байку серого мечтаю поменять за эти 8 лет. Немало горя было, и ни один нам не волосик полинял. За эти 8 лет немало горя было. Издалека? Издалека. Как там? Ваше первое место. Тоже полегчало? Послушайте, я устал, хотел бы немного отдохнуть. Да устал, нечего делать в питейных заведениях. Дома надо лежать. Когда фонарики качаются ночные, когда на улицу опасно выходить, а я слюной. С чего вам уставать, сударь? Тот, кто молотом машет в кузне, тот к печке тащится, чтобы поспать. А вы сейчас, простите меня, не о постели думаете, а о бабе в одной.